бардовские туристские песни, а также авторские исполнения. Кирилл приехал на конкурс вместе с одноклассниками из Назаревской школы, чтобы продемонстрировать свою игру на гитаре. Мне вообще нравится музыка в целом, ее исполнение, особенно когда ты играешь, ты сам слышишь, что вот твоими руками создается музыка. Это очень прикольное ощущение. В Одинцовском центре эстетического воспитания конкурс «Туристская песня» проходит 8-й раз. Здесь важны не только вокальные данные и владение инструментом, а еще порыв души, отмечают организаторы. Заявки подали 24 команды из 14 школ, потому что мы по условиям конкурса разбили по возрастным номинациям, плюс еще отдельная номинация у нас — педагоги поющие. Чтобы у исполнителей был единый образ, это соответствие аккомпанемента и, конечно, в первую очередь текста. На конкурсе свое мастерство представили коллективы разных возрастов. Песни исполнили не только солисты, но и большие и маленькие ансамбли. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».